В Берлине на этих выходных прошел съезд российских демократических сил. Самым обсуждаемым результатом встречи стала декларация. По мнению политолога Кирилла Рогова, этот документ – это одна из самых значимых попыток самоорганизации антивоенной, антипутинской России на сегодняшний день. Документ из 5 пунктов формулирует позицию участников относительно войны в Украине и будущего России. Подробнее о декларации и о том, как проходила работа над этим документом, расскажет мой коллега Юра Белят. Он на прямой связи из Берлина. Юра, привет. Да, привет, Вася, привет, зрителя. Да, конечно, декларация — это, конечно, самый громкий результат этого съезда, и для многих он является ключевым, хотя там было еще 2 рабочие группы по 2 разным другим проблемам и другим вопросам, о них поговорим чуть позже, пока к декларации. Если это документ из 5 пунктов, и если 3 пункта из них уже нам известны и, в принципе, несут в себе ничего нового и были многократно уже обсуждены и многократно уже озвучивались, это Россия — агрессор, российские войска должны быть выведены с территории Украины, война преступная. Все, в принципе, стандартно, как всегда и как обычно. Но есть одна важная формулировка, которая, на мой взгляд, если не ошибаюсь, звучит впервые. Формулировка — это, внимание, Россия должна быть признана в условиях территориях международных границ. Что это означает? Сначала, когда мы первый раз все это услышали в моменте, прямо на съезде, нам показалось, что это просто оговорка, что речь идет про Украину, потому что у нас уже есть у всех это клише в голове, да, про то, что Украина признана в международных границах. Нет, речь идет именно про Россию. Таким образом, авторы декларации отказываются, и те, кто ее подписывают, отказываются от претензий на территории, которые были также оккупированы и захвачены Россией или попали под ее влияние. Речь идет, естественно, об Абхазии, которую фактически оккупировали после войны 2008 года российско-грузинской, а также о Приднестровье. То есть мы расширяем вот этот список и добавляем в него, авторы добавляют в него еще и другие регионы, не только Украину. Ну и, конечно, наверное, главный пункт декларации по медийному весу, потому как он был воспринят всеми вокруг, это тот самый пункт о том, что, значит, участники подписанной декларации воздерживаются от критики и публичных высказываний против друг друга. Сразу вокруг этого наступило множество проблем. Сразу про это начали очень много говорить и спрашивать, что делать. А если кто-то не подписал, можно ли с ним дебатировать или нельзя? В итоге был выбран такой формат. Значит, нельзя переходить на личности, нельзя опускаться до оскорбления эмоций. Дебатировать можно. А если мы говорим о журналистах, то выпускать расследование можно и так далее. В общем, в принципе, это такое условие, которое направлено ровно на то, чтобы не было публичных скандалов, которые очень сильно мешают, в том числе и самой оппозиции, и работе с западными партнерами, работе с европейскими комиссиями, которые занимаются санкциями и так далее. Потому что, вот, например, Сергей Лагодинский говорит, что очень важно, и Запад очень ждет от России именно вот такого единого фронта, единого предложения по санкциям, и, соответственно, люди, которые публично высказывают пожелания по санкциям, должны придерживаться одной позиции, не должны, что самое главное, скандалить и ругаться друг с другом. Давайте послушаем, что сказал Сергей Лагодинский. Нет проблемы работать с российской оппозицией, если это оппозиция, которая может сесть за один стол, который мы можем всегда собрать людей во всем многообразии оппозиционного спектра и провести цивилизованное дискуссию. Если эта дискуссия становится нецивилизованной, а мы видели в течение прошедших недель, как мне кажется, примеры не совсем цивилизованных откликов друг о друге, вот тогда это, конечно, уже становится несколько сложным работать с этими политическими представителями. В общем, вопрос, конечно, от этого пункта обсуждался очень много, очень подробно, и в социальных сетях мы уже знаем миллионы реакций на это, и один из главных скандалов конференции, которая прошла, это присутствие на ней господина Пономарева, его подпись под этой декларацией, но отдельно надо отметить, что, во-первых, Илья Пономарев не заходил на территорию форума и не принимал участие в съезде демократических сил, были представители от утра февраля, действительно, это Лариса Пономарева, сенатор Российской Федерации, собственно, мама Ильи Пономарева, она была на съезде и участвовала в дискуссиях и в обсуждениях и выработке финального текста декларации от организации «Утро февраля», которую возглавляет господин Пономарев. При этом подпись его действительно стоит, но организаторы отдельно отметили, что документ будет опубликован, и вот сейчас он уже висит на change.org, и незадолго до нашего эфира я смотрел, сколько человек его уже подписали, там больше 7 тысяч человек, так что подписать его может кто угодно, и вот эти вот претензии по поводу того, что, значит, раз его подписал Пономарев, то мы его подписывать не будем, они кажутся немного странными, потому что подписывают его
все. Но Пономарев был, а вот кого не было, так это ФБК. Несмотря на то, что представители фонда борьбы с коррупцией звали на мероприятие, звали на акцию, они, к сожалению, не явились, и приглашение проигнорировали ни в качестве гостей, ни в качестве участников, ни в качестве спикеров, просто проигнорировав это событие. При этом все, кто выступал на всех комиссиях и все, кто обсуждал публично все результаты этого съезда, всегда говорили, что, конечно, мы не можем все это делать без ФБК, и мы их будем продолжать звать, и мы будем продолжать с ними сотрудничать и работать. А об этом в том числе говорил и Максим Кац, у которого, как мы знаем, довольно серьезные разногласия с фондом борьбы с коррупцией, но, тем не менее, даже он признает, что сейчас фонд борьбы с коррупцией главная сила, и без него невозможно вести подобные переговоры. Вот, собственно, что сказал Максим Кац. Обсуждения были конструктивные, присутствующие учли много мнений. Я в дискуссиях не участвовал, но слушал их, и мне показалось, что они прошли в конструктивном ключе. Ну, я не знаю, может, я что-то там добавил бы, не добавил, но и что, если я решил не участвовать, а наблюдать, то зачем же я буду сейчас что-то говорить по этому поводу? Здесь очень важно участие команды Навального. Ведь команда Навального – инициатор значительного количества конфликтов сейчас в оппозиции. И при том, что они не участвовали в этом мероприятии ни в качестве зрителей, ни в качестве слушателей, ни в качестве участников, хотя их тоже приглашали, говорит о том, что они вряд ли планируют на это ориентироваться, а если они не планируют, то и сложно будет другим, потому что если они нападают, то как? Это на самом деле обнажает глобально всю проблему, она заключается в том, что какое-то широкое объединение возможно только с участием представителя Навального. Как бы мы ни говорили о том, что если они не хотят, можно без них, но оно не будет всеобъемлющим без их участия. Поэтому я за то, чтобы такие обсуждения обязательно продолжать, они правильные, но продолжать приглашать представителя команды Навального или ФБК в них поучаствовать. И я надеюсь, что рано или поздно они изменят свою позицию и поучаствуют. И тогда уже мы сможем и по поводу конфликтов документ соответствующий подписать, и вообще глобально выработать стратегию действий без очень важной, если не сказать, лидирующей политической силы. Это сделать нельзя. Ну, собственно, ответ на вопрос, почему Максим Кац до сих пор пока не подписал эту декларацию, он считает, что это бессмысленно, пока сотрудники ФБК, представители ФБК точно так же ее не подпишут. Именно вот в этом пункте, да, который пока является камнем преткновения. Еще одним странным решением было обсуждаемым очень много и критикуемым очень много не включать в декларацию что-то связанное с поражением России и победой Украины. Если почитать формулировки, то они довольно расплывчаты. То есть мы говорим про то, что российские войска должны быть выведены, Россия должна вернуться в международные границы, признанные всем миром. Но конкретно вот этих слов «поражение России», «победа Украины» не используется. Я поговорил об этом с Михаилом Ходорковским. Тот сказал, что мы старались с помощью вот этой декларации как можно больше людей объединить, а не разъединить. А все-таки вот эти две фразы, они до сих пор в российской оппозиции, в российской среде являются неким камнем преткновения, вокруг которого продолжаются дебаты, ломаются копья, и они разъединяют, они объединяют эту самую демократическую оппозицию, демократические силы России. Но при этом Ходорковский отметил, что конференция прошла намного лучше, чем он ожидал. Он боялся, что в принципе не удастся ни до чего не договориться, а тут все-таки какой-то консенсус и какой-то прогресс есть. Для меня это, конечно, удивление. То есть я ставил перед собой гораздо меньшие планы, лично перед собой, в рамках этого мероприятия. Вот. Но я заранее ожидал, что какие-то другие вопросы, вероятно, будут обсуждаться. И именно поэтому шли дискуссии, предварительные дискуссии в чате. Но, конечно, я не предполагал, что настолько это все будет конструктивно и настолько быстро и эффективно люди между самые разные люди между собой договорятся. Да, если с этой частью дискуссии, с этой частью, которой занималась одна рабочая группа, все плюс-минус понятно, и о чем-то смогли договориться, то вот группа санкций не может похвастаться такими успехами. Отдельная рабочая группа собиралась и обсуждала санкционные пакеты, что мы туда включаем, что мы туда не включаем, кто должен принимать решение, а что делать с отменной санкцией, нужны ли личные санкции или секторальные. В общем, со всеми с этими вопросами пока никаких больших продвижений вперед нет, и оппозиция продолжит собираться вот этой рабочей группой и обсуждать вопрос санкций. Они хотят представить их на европейской конференции в Брюсселе в начале июля как список требований, список своих предложений для европейских органов, занимающихся санкционной политикой. И вот Михаил Борисович даже объясняет, почему до сих пор этого не получилось.
Проблема санкций связана не с какой-то особой конфликтностью. Я присутствовал на заседании этой группы, я не увидел там особой конфликтности. Но она действительно по-настоящему сложная. И нам не хочется, чтобы в рамках, в общем, очень профессиональных дискуссий, которые происходят по этому вопросу на самых разных уровнях и на самых разных площадках, наша позиция, позиция вот тех людей, которые здесь собрались, выглядела непрофессиональной. Именно поэтому люди решили, что надо еще посоветоваться с экспертами и еще обсудить. На мой взгляд, это разумно. Ну и, наверное, последнее, что хочется сказать, была еще одна рабочая группа, которая занималась вопросом организации акций по всему миру, чтобы вся российская оппозиция в изгнании смогла централизованно принимать участие в санкциях. Там выберут двух представителей, которые будут заниматься этой самой организацией, про них объявят отдельно, и за ними нужно будет следить и просто смотреть и мониторить акции в ваших городах. Спасибо большое, Юра. Это был Юрий Белят из Берлина с его репортажем о съезде российских демократических сил. Спасибо большое. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте ему лайк, так его увидят еще больше людей. Не забывайте подписаться на канал Ходорковский Лайф и нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео.